Почти на треть вырос туристический поток в Хабаровском крае за последние полгода. Прирост путешественников по сравнению с прошлым годом вырос на 29%, опередив Северную Осетию, Калининградскую область. Накануне потенциал Хабаровского края презентовали на арктическом форуме на Чукотке. Подробности в сюжете Ульяны Крамаренко. Необычные маршруты по природным заповедникам, новые экотропы, экскурсии на крупные промышленные предприятия. Только за последний год в Хабаровском крае появились десятки новых туристических направлений, которые могут заинтересовать как российских, так и иностранных туристов. Потенциал региона и перспективы развития туризма представители отрасли представили на арктическом форуме, который прошел на Чукотке. Одной из обсуждаемых тем стало создание глэмпинг-парков. Сейчас мы переживаем, как по всей стране, бум развития вот данного вида отдыха. У нас сейчас бизнес очень осознанно подходит к тому месту отдыха, которое они предлагают путешественникам. Там и наполнение культурной программой. Правительство региона поддерживает предпринимателей, которые развивают внутренний туризм. Предоставляет субсидии на обновление инвентаря, обустройство подъездных путей и другой инфраструктуры. На эти цели в прошлом году было выделено 6 миллионов рублей. Раскрыть весь туристический потенциал Хабаровский край сможет уже 23 августа. В краевом центре пройдет второй всероссийский туристический форум «Открой Дальний Восток». Программа форума включает в себя деловую и культурную программу. В этом году участие в форуме также примут делегации из Китая, Вьетнама и Белоруссии. На три дня Хабаровск станет презентационной площадкой, где о потенциале своего региона сможет заявить каждый участник. Информационные центры развернутся на Хабаровской набережной. У нас идеология культурной части «Хабаровский край – окно в мир Дальнего Востока». Возможно, у нас там будут окна разных городов нашей страны, от Калининграда до Чукотки той же. То есть такие вот сделаем различные инсталляции, где можно будет посмотреть, пофотографироваться. На Всероссийский туристический форум уже зарегистрировалось более 250 человек. В Хабаровске он пройдет с 23 по 26 августа. Ульяна Крамаренко, Виктор Казаров, телеканал «Губерния».